Ефрем, поздравляю с дебютом. Первый матч сыграл за нашу команду. Расскажи о своих впечатлениях. Большое спасибо, но тяжело всегда в такие матчи входить. Но я очень рад дебютировать. Хотел сказать большое спасибо болельщикам за то, что приехали, поддержали нас. Мы ощущаем поддержку. И очень благодарны. Вот. Конечно, жалко, что мы не выиграли, потому что по ходу встречи было преимущество. Но, к сожалению, не смогли удержать победный счет. Что говорил тренер перед выходом на поле? Сказал, что нужно постараться забить, что счет был уже 2-2. И я думаю, что другую установку там нужно никакую не дать, только забить гол. Обратил внимание, что ты часто немножко ниже опускался для того, чтобы подбирать там правыми. Это была установка или это по ситуации получалось? Нет, просто так получалось по ситуации. Приходилось опускаться ниже, доигрывать, чтобы соперники не могли так спокойно проходить. Как тебе уровень первой лиги вот по первым впечатлениям? Ну, мы сыграли 2 матча. Тут нет проходных соперников, это сразу видно по результату, хотя результаты. Я не согласен, что результат по игре. Вот. Будет тяжело, однозначно. Но мы постараемся прибавлять это к игре, чтобы